качественное образование в цифровой сфере – формула успешного будущего. Сегодня профессия IT-специалиста становится все более популярной. Для подготовки квалифицированных кадров по всей стране создаются специализированные центры развития. На базе Канарского педагогического техникума в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» открылся новый IT-клуб. IT-клуб – инновационная площадка для интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных технологий. Занятия по кибергигиене, мастер-классы по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, воркшоп по робототехнике, школа программирования алгоритмика, шахматная гостиная. Будущие IT-специалисты имеют возможность всесторонне развиваться. Своими знаниями с учениками делятся 12 практикующих преподавателей. 10 из них прошли обучение в Сколково. В IT-клубе обучаются 400 школьников из Канаша и Канарского района. Многие из них видят программирование своей будущей профессией. Я считаю, что моя будущая профессия будет так или иначе связана с областью информационных технологий. Данил Яковлев уже представляется будущим программистом. Он с удовольствием играет в шахматы и считает, что аналитическое мышление – основа успеха. Я хожу на занятия алгоритмика. Мы там с ребятами работаем на компьютере. Мы там занимаемся программой, скрипт. В общем, алгоритмиком. Основной формат обучения – проектная деятельность. Ребята учатся собирать и анализировать информацию, развивают критическое мышление и умение работать в команде. В следующем учебном году центр планирует набрать еще 600 учеников. Также на его базе откроются мастерские по подготовке школьников к международной олимпиаде World Skills. Мы хотим стать ресурсным центром для того, чтобы осуществлять дополнительное образование и повышение квалификации для педагогов, которые работают в сфере информатики или в сфере, связанной с IT-технологиями. IT-клуб открывает перед ребятами широкие возможности для дальнейшего профессионального и личностного роста. В следующем году в стране появится еще 84 современных цифровых центра. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика.